Здравствуйте, друзья. По поводу моего видео об замене масла на Лукойл в BMW в 34. Очень многие люди меня спрашивают, что же сделал, почему перестали стучать компенсаторы. Я вообще-то в видео описал всю ситуацию, что же я сделал, как, в какой последовательности. Ну, как и все, мы заходим на YouTube для того, чтобы смотреть, а не читать. Итак, расскажу вам тогда в видео, что же я сделал. Пользовался я постоянно маслом Castrol. Итак, выключилась камера. Значит, продолжаем. Использовал я обычно Castrol 1040. Пару раз использовал 5.30, на зиму заливал. А это попробовал залить ZIG. ZIG, который подходит по всем спецификациям для двигателя. Ну, через 2000 для двигателя M50B20. Ну, через 2000 километров затарахтело. И затарахтело сумасшедше все. Вот сейчас смотрите видео. Я, наверное, ролик вставлю сюда, как они тарахтят. Вот они тарахтели, я решил, сначала проверю давление масла. Возможно, что-то с насосом или еще что-нибудь, с трубопроводом. Ну, мало ли. Вот. Сделал я приспособу, закрутил ее на место датчика давления и померил давление в масляной магистрали. Давление, что мне показало? Давление показывает на холостых оборотах, значит, давление у меня было 2 атмосфер, при 3000 уже 4 атмосферы, и туда дальше уже больше 4,5 не растет давление, ограничивает клапан перепускной на 4,5 атмосферы. Этого достаточно для нормальной смазки, для работы двигателя. Ну, раз давление в норме, значит, надо смотреть замены масла либо ремонта этих гидрокомпенсаторов. Ну, стал я поремонтировать гидрокомпенсаторы, то есть разобрать, добраться до них, ничего не сломать лишнего, всегда можно успеть. Попробую я заменить масло. Масло, ну, чтобы не сильно заморачиваться, решил попробовать Лукойл 1040. Какое я нашел дешевое, такое я взял. Лукойл у нас, у меня получился 1040 люкс. 1040 люкс из бочки. В нашем магазине в городе, город небольшой, потому особо выбор там, ну, нет выбора. Я так подумал, подделывать никто это говно не будет. Вот решил, что значит, воспользуюсь я этим. Просто нормальное масло.
Залил. Нет, не залил, извините. Сначала я промыл систему промывочным маслом. Слил то масло. Вот этот вот ЗИК, он был достаточно грязный. Хотя прошел он всего лишь 2000 километров. Что меня очень сильно удивило. Залил я туда промывочное. Промывочного было у меня всего 4 литра. Потому литрушку я туда еще старого ЗИКа добавил. Вот. Промыл. И залил туда этот Лукойл. Буквально сразу же, как только я его залил, сразу изменения. Вернее, даже не так. Изменения произошли. Я вот залил, завел, он еще тарахтит. Но буквально пока я выехал из гаража, чтобы ехать домой, он уже перестал тарахтеть. А теперь я вам покажу, как же ж он работает сейчас, этот двигатель. Сейчас мой пробег. 401 259 километров. Это работа двигателя. Он прогрет. Кстати, смотрите, обратите внимание, вентилятора нету. Я так проездил все лето просто. Ничего не произошло. Наверное, все. Спасибо за внимание всем. Жду вас у себя на канале. Подписывайтесь. До новых встреч. Затарахтели компенсаторы, причем все. И очень сильно. Дорога полная, полная Европа, короче. Такая вот дорога сейчас.